Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Renfri Like This. В общем, Renfri — это наш фрешменчик, за которым мы следим. Есть интересная история, я вам сейчас ее расскажу. Он, естественно, был в голосовалке фрешменов и набрал там 11%. В Телеграме на каждую пятницу проходит. Это неплохо, но если вы хотите видеть его чаще, вдруг вам понравилась его музыка, или любых других популярных артистов, то ссылочка на Телеграм в описании, голосуйте каждую пятницу. Не забывайте еще про Twitch, на Twitch мы с ребятами общаемся и слушаем музыку. В общем, у нас тут плюс вайб жесткий. Короче, ситуация прикольная. Мы обнаружили Renfri, когда вот он нам задонатил на трек Тонко, мы на него подписались после этого трека, потому что это прикольный трек. Потом мы узнаем про Shiny Ruby, про ARV, там, про всех вот этих, про Palpi. И оказывается, что Renfri, которого мы знали до этого, в одной компашке Astral Divinities вместе со всеми этими ребятами. И я немножечко сейчас офигел. Вот. Astral. Окей, сейчас посмотрим, что это такое. Это, естественно, у нас поп. Это не будет, я думаю, музыка от Astral Divinities. Короче, он теперь у нас выступает не как самостоятельный артист, а как артист от Astral Divinities, потому что мы за этими ребятами следим. Очень крутое, как бы, тоже объединение. Советую вам тоже следить, там талантливые ребята работают. Вот, и Renfri один из них. Слушаем, что нам приготовил. Один из... Второй, короче, новый трек от него, да. До этого мы новые треки не слушали. Все, let's go, слушаем, очень интересно. Я не справлюсь без тебя в этом мире. Боже, верни мои силы. Nothing like this. Ты заставляет меня почувствовать тебя рядом. Я не справлюсь без тебя в этом мире. Боже, верни мои силы. Запротянулся на мир. Nothing like this. Ты заставляет меня почувствовать тебя рядом. Время поменялось, с тобой взгляд у меня что-то внутри давит, и работает охрана. Не старайся войти в мой сын, здесь работает охрана. Постарайся измениться ради них, это неправильно. Для себя в этом мире, Боже, верни мою силу. Чем-то на Кале напоминает, да? Nothing like this, ты заставляет меня почувствовать тебя рядом. Да, Кайо ту Холис, что-то есть такие вайбы, согласен. Прикольный трек, бля, в плейлист фрешменов забираю 100%. В общий плейлист прошу у вас, наверное. Не знаю, прям настолько ли это хорошо. Но те, кто из Astral Divinities, понятное дело, напишут, что да, давай. А вот вас я бы и хотел спросить. Да хз, это не разъеб. Я вот тоже думаю, что это типа хороший, крутой трючок, но... Прям чтобы разъебалово, очень качественное, крутое, не скажу, что это так. Круто, по-моему. Бля, в целом круто. Ну, я вот хз, честно, как вы скажете, так и будете. Но, так и будет. Но просто очень много людей в чате от Astral Divinities. Они как бы не объективны в этом плане. Я думаю. Соответственно, не знаю, честно. Не знаю. Чё думаете? Остальные, вот кроме Прести и АРВ. Вот он для курса? Да. Вайткира? Нет. Подождите, до эпихи 14 охуеете. А, этот трек будет в эпихе? Вопрос. Или это типа сингл эпихи или нет? Ебать, тут армия островов. Да, да, да. Мне бы узнать, чтобы понимать. Может быть, я не буду даже думать, если он будет, не будет. Печально.
Давайте добавим. Прикольный трек. Сейчас, я переслушаю. Я вот сам для себя пойму. И посмотрю, держит ли он конкуренцию хоть какую-то. Я не справлюсь без тебя в этом мире. Боже, верни мои силы. Nothing like this. Ты заставляет меня почувствовать тебя рядом. Я не справлюсь без тебя в этом мире, Боже, верни мои силы. Запротянулся на мир. Nothing like this. Ты заставляет меня почувствовать тебя рядом. Очень много треков, я считаю, получше, чем этот трек. Не, я думаю, они держат конкуренцию. Сори, пока что только фрешмены. Ждем епиху. Ждем епиху. Спасибо, это крутой трек. Тем не менее, это крутой трек. Будем ждать еще работ. Бро, ты крут. Ждем следующего творчества. Это очень необычно. Да, есть, конечно, Тухоли, Ская, вся вот эта тема, но это все не важно. Мне всегда похуй, да, там, на все вот эти референсы, не референсы, вообще поебать. Вот. Но сделано круто. Ровненько, но я думаю, это по канонам. Бридж хороший. Дроп отличный. Круто в целом. Спасибо. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.